Доброго времени суток! К вашему вниманию представляем манекен аускультации сердца и легких «ФОМА». Это интерактивная образовательная система, которая поможет при обучении аускультации сердца и легких. Преподаватель может задавать различные сердечные тоны и дыхательные шумы для их распознавания студентами. С данным изделием можно многократно повторять отработку навыков и распознавание звуков. Туловище спроектировано в соответствии с последними электронными технологиями с целью профессионального обучения методом сердечно-легочной аускультации. Характеристика манекена. Аускультация сердца, легких и кишечника магнитным ститофонендоскопом, ЧСС. Сердечные ритмы. Изменения сердечных тонов. Патологические сердечные тоны. Сердечные шумы. Иерархические сердечные шумы проведения. Шум трения перикарда. Патологические легочные звуки, сухие патологические шумы, влажные патологические хрипы, изменения голосового дрожания. На манекене представлено 20 аускультационных точек, из них 8 для аускультации сердца, 10 для аускультации легких и 2 для аускультации кишечника. Стандартная комплектация включает в себе блок питания, пульт дистанционного управления, зарядное устройство пульта и стетоскоп. Для громкого воспроизведения звуков можно подключать колонки. Подготовка к работе. Назначение боковой панели манекена, соответственно рисунку слева направо. Лампочка-индикатор загорается, когда тренажер включен, а также служит индикатором приема сигнала. Разъем для динамиков. Также можно использовать наушники. При подключенных динамиках воспроизводит звуки, прослушиваемые стетоскопом, заданные с помощью пульта дистанционного управления. Кнопка включения-выключения манекена. Разъем для подключения электропитания. Описание пульта дистанционного управления. Назначение кнопок на пульте дистанционного управления, соответственно рисунку сверху вниз. Левый столбец панели. Кнопка «Звук» – включение-выключение звуков, выводящегося на внешний динамик. Кнопка «Настройки» в данном симуляторе не используется. Кнопка «Включение» – включение-выключение пульта дистанционного управления. Средний столбец панели. Кнопка «Назад» – перелистывание страниц с тонами. Кнопка «Вперед» – перелистывание страниц с тонами. Кнопка «Начало» возвращает к меню выбора тонов сердца или легких. Правый столбец панели. Кнопка «Выше» – выбор тонов на странице, а также стартового меню. Кнопка «Ниже» – выбор тонов на странице, а также стартового меню. Кнопка «ОК» – подтверждение выбора. Теперь, пожалуй, перейдем к практической части. Подключаем блок питания к сети, а штекер в соответствующее гнездо манекена. Нажимаем на красную кнопку. Включаем пульт. Выбираем нужный нам шум. Нажимаем на кнопку «ОК», прослушаем выбранный звук. Завершение работы. После окончания работы с манекеном, рекомендуется выключить кнопку электропитания и извлечь блок питания из розетки. Протирать манекен чистой тканью, смоченной теплой мыльной водой, и дать ему высохнуть. На этом закончим этот видеоурок по использованию данного симулятора. С вами был Центр практических навыков. Спасибо вам за внимание.